Теперь о празднике. Сегодня Международный день защиты детей. В Якутске главной площадкой праздника стала площадь Ленина. На традиционном массовом мероприятии организовали многочисленные конкурсы и выступления. Кроме того, состоялся гала-концерт победителей 15-го городского фестиваля конкурса среди детей «Бэби-шлягер». Там же прошла акция «Проверь здоровье своего ребенка». В мобильном кабинете врачи осмотрели малышей и проконсультировали их родителей. При рождении детей. Поздравить вас с этим праздником, наши будущие дети, наши цветы. И хочу отметить, что повышая ответственность родителей и принимая во внимание такое понятие, как ответственное родительство, укрепляя здоровье детей, развивая наших детей всесторонне и обеспечивая им безопасность проживания, вот наша главная задача взрослых.